Это программа «День с толком». Специальный праздничный выпуск, посвященный 79-й годовщине Великой Победы. В студии Елена Макаренко. Смотрите в этом выпуске. Торжественный парад, выставка ретро-техники, спортивные забеги. В Барнауле празднуют День Великой Победы. Четыре алтайские ели и крымская сосна. В краевой столице заложили аллею сильных. Символы лета. В Барнауле начали запускать фонтаны. Начнем выпуск с краткой информации о героях праздника. По официальной статистике органов соцзащиты населения края, в нашем регионе живых участников и свидетелей Великой Отечественной войны осталось совсем немного. Если взять все категории людей, имеющих отношение к Великой Отечественной войне, то эта цифра не достигает и 6 тысяч. Участников и инвалидов среди них всего 103 человека, 1623 вдовы участников Великой Отечественной проживают в крае, 122 блокадника, 137 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и 3720 тружеников тыла. Погибших в Великую Отечественную войну, конечно, несоизмеримо больше. Только из нашего края на фронт ушло свыше 500 000 человек. Не вернулось большинство. Почтить память погибших с букетами, корзинами цветов, венками сегодня к 9 утра на площадь Победы пришли сотни барнаульцев. Среди них молодежь, ветераны, представители власти, политических партий и объединений. На мемориале славы с утра была и наша съемочная группа. Яркое солнце, свежая зелень деревьев, алые гвоздики в руках людей. Все они пришли почтить память своих близких, когда-то защитивших страну от фашизма. В первых рядах возлагают цветы к мемориалу руководители города и края. Во время Великой Отечественной на фронт ушел каждый пятый житель края. На Алтае сформировали 15 дивизий. Военкоматы призвали почти 567 тысяч человек. Погибли больше 240 тысяч. У меня здесь фамилия деда, самого-то, конечно, нет. Вот я иду со слезами. Старшие братья моей мамы, трое Козловых, Иван, Степан и Андрей. Погибли? Да. Все трое? Трое погибли. Папа у меня воевал. Если бы не было победы, неизвестно, что было бы с нашей страной. Поэтому преклоняемся и помним. Мы учились в 4 классе в то время. Нашу школу освободили для раненых. Наш класс взял шефство над больными ранеными, которые положили в наш класс. И мы каждый день ходили к нашим бойцам, пели им песни, лепешки приносили. Многие из тех, кто пришел почтить память, сами помнят те страшные военные годы. А кому-то о них рассказывали бабушки и дедушки. Я в этот день вспоминаю своего деда. Он тоже воевал, он освобождал Польшу. И мне очень обидно всегда читать, когда польские власти, вот очень хочется ассоциировать с народом, я думаю, мы будем говорить, польские власти сносят памятники советским воинам. А я помню, как мне дед рассказывал, как там сложили головы его друзья-однополчане. А искренне хотелось бы пожелать всем барнаульцам мирного неба. Очень важно сохранить память. Вот как нам Роберт Рождественский говорил же, это нужно не мертвым, это надо живым. Это правда надо нам, чтобы мы вот так вот мирно и счастливо жили. Хочу, чтобы всегда было голубое чистое небо, и чтобы был везде всюду мир, не только у нас, во всем мире, чтобы было чисто, спокойно. И всех с праздником! Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком. После официальные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы, по традиции продолжились на площади Советов. Здесь с участием барнаульского гарнизона, курсантов школы с первоначальной летной подготовкой и воспитанников кадетских школ прошел праздничный парад. О его ходе и атмосфере в сюжете Дарьи Ерошиной. Парад Победы начинается с трибуны. Их готовят специально для ветеранов войн, детей войны и их близких. Гостям помогают волонтеры патриотических движений. Строй военных ожидает начала задолго до. За ограждением толпятся люди, которые тоже неравнодушны к празднику. Начинает знаменная группа.
На площади государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы. В торжественном марше каждый взвод представляет военное подразделение Барнаульского гарнизона. Здесь же взвод сотрудников МЧС, ежедневно подвергающих себя опасности, а также курсанты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, кадетских школ, представители движения «Юнармия», студенты Барнаульского юридического института, сотрудники МВД. Вслед за ними проехала колонна военной техники. На площади появляются легендарные легковые автомобили Второй мировой. ГАЗ-67. Колонну возглавляет автомобиль, на котором следует ветеран Великой Отечественной войны, почетный работник автомобильного транспорта Виктор Алексеевич Огарь. Например, такой живой интерес у детей вызвала пожарная машина. Также награды за успехи в обучении получили учащиеся военных и патриотических организаций из рук губернатора края. Миллионы советских людей, миллионы героев стояли насмерть. Жертвовали собой во имя Родины, во имя будущих поколений, во имя жизни на земле. Официальная часть праздника сменилась концертной программой. Публика постепенно переместилась на площадь Сахарова. Для этого дороги перекрыли. Чтобы на День Победы не ограничивать людей плотным графиком, на всех праздничных площадках разместились торговые палатки со сладкой ватой, воздушными шариками, множеством игрушек и угощений и, конечно, с георгиевскими лентами. Такие украшения уже привычный символ солидарности со всеми, кто понимает всю тяжесть пережитой войны и великого подвига. Левченко Ефим Васильевич, гвардии ефрейтор, артиллерист, сражался с 1939 году, был признан по 18 лет на обычную службу. И в 41-м уже должен был мобилизоваться. Началась война. И до 45-го года воевал. То есть получилось 7 лет. Прошел до Праги, освобождал Прагу. Дважды герой, орденоносец. Моего папы отец, я как бы его не видел живым, он рано ушел. Я не могу сказать, что, как бы уже со слов отца я могу это сказать, что да, он воевал, что он был партизаном, что в японской войне он участвовал. Вот это я могу сказать. Ну, конечно, он проявил себя как настоящий защитник Отечества. Героев войны сегодня почти не осталось в живых. Время уносит воспоминания о пережитых нашим народом испытаниях. Но пока есть те, кто помнит, какой ценой приходилось отстаивать право на свободную жизнь, и сама жизнь будет цвести и процветать. Праздничные мероприятия прошли сегодня и на всех районных площадках города, а в центре ключевой стала выставка ретро-автомобилей. В целом же, причастными к столь важному для страны и мира событию стали тысячи жителей и гостей столицы края. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Всего несколько ветеранов Великой Отечественной войны смогли присутствовать на торжественном параде. С одним из них нашей съемочной группе посчастливилось пообщаться накануне лично. А жители Барнаула, который участвовал в крупнейшей боевой операции на Восточном фронте, в сюжете Данила Кузнецова. Японец, ну они тоже разные есть. Сдается он и скрипит зубами, а есть сгорбится и ваши руки кверху. Такими японцев запомнил 98-летний уроженец Кемеровской области Василий Горбунов, ветеран Великой Отечественной войны. Его призвали в 1943-м для защиты страны от возможного удара на Дальнем Востоке. Однако полноценно воевать в звании младшего сержанта начал в августе 45-го, во время маньчжурской наступательной операции. Даже командовал пехотным отделением. Очень мощная операция по захвату. Наши уже знали. У них была армия миллионная. Она называется Квантунская армия японская. А наши приготовили 1,5 миллиона человек. Еще из Восточного. Вот у него старший брат, он брал в Прагу. Но уже на Берлин их не отправили, а их после Праги отправили тоже на Восточном. Он закончил войну тоже на Восточном фронте. По задумке советского командования, в августе на китайскую Маньчжурию, где находились японские войска, должны были обрушиться сразу три фронта с нескольких сторон. Судьба Японии была предрешена и без бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В итоге Квантунская армия страны восходящего солнца была разгромлена за 11 дней. 2 сентября в Токийской бухте на борту американского линкора «Миссури»
был подписан акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии. После разгрома Японии Василий Горбунов еще 5 лет служил на Сахалине, выкуривая самураев. А далее, уже в мирное время, 42 года отработал шахтером в Кемеровской области. Вскоре дочь вышла замуж, перебралась в Алтайский край и помогла с переездом ветерану. Первоклассный стрелок Василий Горбунов сейчас, несмотря на почтенный возраст, ему 98 лет, каждый день читает газету и регулярно занимается скандинавской ходьбой. Без этого не может. Все-таки в прошлом еще и хороший лыжник. А о войне и своих боевых товарищах он готов неустанно рассказывать всем, передавая историю. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Больше 2500 человек посетили фестиваль-конкурс «Солдатский привал» во Власихе. Патриотическое мероприятие по традиции прошло под открытым небом на берегу реки в барнаульском пригороде. После трогательных военных композиций гости фестиваля зажгли памятные свечи и отправили их по реке в честь погибших во времена Великой Отечественной войны солдат. Наша съемочная группа запечатлела самые яркие моменты фестиваля. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать, станем над рекою, стойки ведьми не встречать. Восторг. Восторг. Очень все нравится. Прям мурашки пошли, стоим, подпеваем. В этот вечер мурашки по коже бежали у всех гостей праздника. На берегу реки во Власихе с размахом прошел гала-концерт «Солдатский привал». Десятки творческих коллективов накануне Дня Великой Победы исполнили военные песни и перенесли зрителей в прошлое, в победный 45-й. Зрители встречают очень хорошо, потому что праздник великий, День Победы. Это любимый праздник, наверное, самый мой главный праздник в жизни. Поэтому теплые встречи, подпевают. Этот конкурс, фестиваль, он говорит о том, что нужно знать военно-патриотическую музыку. И все дети, и все взрослые это понимают на сегодняшний день. А какая мелодика у тех солдатских песен, которые когда-то были написаны нашими великими композиторами? Они ведь вечные. Военно-патриотический фестиваль радует зрителей уже 17 лет подряд. В этом году он обрел межрегиональный статус. К нему присоединились коллективы из Амурской и Омской областей. Помимо творческих выступлений, гостей праздника ждала гастрономическая программа. Любой желающий мог отведать полевой кухни. На патриотическом празднике побывали депутаты городской думы. Почетным гостем стала председатель гордумы Галина Буевич. Она поздравила присутствующих с Днем Победы и пожелала мирного неба над головой. Фестиваль объединил сегодня разный возраст и разный жанр. Мы видим, что это есть и пение, связанное с военной тематикой. Есть песни, которые в таком народном творчестве проходят. Очень большое количество участников. Но и недаром же говорят, что искусство, оно объединяет. Это как раз та сила, которая не дает разрушения. Самым трогательным моментом фестиваля стала акция «Свеча памяти». Организовал ее депутат городской думы Юрий Ряполов. Участники фестиваля зажгли лампадки и пустили их по реке на плоту. Сейчас мы делаем вот такие мероприятия ради двух вещей. Первое – сказать спасибо старшему поколению, а второе – чтобы для ребятишек, для школьников это было интересно и чтобы они это запомнили. Я думаю, что вот именно участие в акции «Свеча памяти» надолго, наверное, будет запоминаться любому ребенку. Свечи будут гореть до самого утра. По обе стороны гости фестиваля, жители Власихи смотрят на горящие лампадки и вспоминают погибших на полях сражения солдат. 27 миллионов человек. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Аллею сильных заложили в сквере Краевого госпиталя ветеранов войн. Накануне Дня Победы там высадили саженцы разных пород деревьев, в том числе крымской сосны. Ее наш регион, как и все остальные, получил в честь юбилея воссоединения полуострова с Россией. Деревья высаживали ветераны разных войн. Участие в закладке аллеи принял и губернатор края. Подробнее в сюжете. Солдат,
памятной аллее – событие особое. И без концерта тут не обойтись. В программе 12 номеров. Песни военных лет или просто любимые народные, как «Рокот космодрома» в исполнении мужского вокального ансамбля Краевой филармонии. В зале все, кто глубже многих проникается такой лирикой. Ветераны Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн. Мы помним, что наша независимость, наш суверенитет и наша свобода, она периодически требует того, чтобы отстаивать ее буквально с оружием в руках. Наши слова благодарности и признательности будут звучать, я думаю, всегда. Кроме ветеранов, на концерте участники патриотических и военных организаций. На улице перед лунками репетируют установку табличек курсанты летной школы имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова. А вот право высадить один из первых саженцев, так называемое «дерево мира», удостоен 98-летний участник Великой Отечественной войны Семен Петрович Толмачев. Ему помогли ученик школы-интерната первоначальной летной подготовки и губернатор края. Вместе подъем. Вот, давайте. Уже не держитесь. Все, все, все. Аллея сильных – это пока всего 5 деревьев, 4 – алтайские ели. Кроме дерева мира, другие 3 олицетворяют подвиги участников различных войн, в том числе героев специальной военной операции. Пятый саженец – самый маленький – крымская сосна. Ее нашему региону подарили в честь десятилетия воссоединения полуострова с Россией. Дерево посадил Виктор Томенко. Мы за ней будем ухаживать, поэтому я думаю, что она к следующему году уже подрастет. Причем растет по 30 сантиметров каждый год, вот так было написано. Но не знаем, насколько реально это в наших условиях. Я не только увидел, я еще и поучаствовал в посадке дерева. Это замечательно, что такие мероприятия проходят. Это здорово, что мы сегодня помним, чтим наших героев, которые прошли службу, которые оставили свои жизни. Деревья в сквере – это не только напоминание потомкам о подвигах защитников Родины, но и часть оздоровительной программы, реализуемой в госпитале. Хвойные эфирные масла помогают очищать воздух. И, возможно, аллея сильных прибавит сил и пару лет жизни пациентам госпиталя ветеранов войн. Елена Макаренко, Дарья Ерошина, Андрей Печоркин. День с толком. Ветераны СВО провели в Барнауле автопробег «Память сильнее времени». По пути исследования автоколонна делала остановки у памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Сотни участников, машины, украшенные флагами, и путь в несколько десятков километров. Праздничный автопробег «Память сильнее времени» в честь Великой Победы организовали несколько общественных организаций. Боевое братство, Союз десантников края и Фонд защитников Отечества. Пробег этот посвящен в память, да, так сказать, что мы помним, гордимся нашими воинами. И сейчас непростое для нас время, когда проходит специальная военная операция. Такие мероприятия очень важны и будут проводиться намного чаще. Колонна автомобилей стартует от площади Свободы. Первая остановка в селе Лебяжье. Здесь участники патриотической акции возлагают цветы к мемориалу воинам Великой Отечественной войны. Следующая точка – поселок Южный, где находится мемориал бойцам, погибшим в локальных войнах. А завершает пробег остановка у ВДНХ, где установлена стела труженикам тыла. Очень много ребят сложили свои головы в защиту нашей Отечества, Родины. Вот. И хотелось бы, чтобы народ наш сплотился в сегодняшний день. По словам организаторов автопробега, такая акция станет доброй традицией, чтобы память была и оставалась сильнее времени. Дмитрий Дроздов, «День с толком». Порядка 5000 жителей края приняли участие в традиционном забеге Победы. Самому старшему бегуну под 80 лет. О том, как проходили эти старты, а также о другом легкоатлетическом победном пробеге, расскажет Дмитрий Дроздов. Этого момента участники забега «Кольцо Победы» ждали с нетерпением. Тысячи людей совершенно разных организаций пришли сегодня на площадь Свободы, чтобы отдать дань памяти павшим солдатам спортивным способом.
здесь не только профессионалы, спортсмены, они таковые есть и будут бежать и сражаться чисто в спортивном плане, но и те, кто просто придут, пробегутся для здоровья, как бы дань уважения нашим предкам, тех, кто выиграл эту великую победу. По дистанциям все традиционно. Самые младшие из участников, юноши и девушки 10-14 лет, бегут отрезок 1 километр. Юноши и девушки 15-17 лет – 2, женщины – 5, мужчины – 10 километров. Старты взрослых были с кандикапом, форы по времени. То есть первым вышел на дистанцию старейший участник, остальные с отставанием по времени в зависимости от возраста. Почтенный бегун раскрыл нам секрет о том, что нужно делать, чтобы в 72 года выйти на старт. Во-первых, водку не пить, много не курить и регулярно бегать. И все. Я начал бегать в 50 лет. Совершенно случайно познакомился. Материал про Бегумила писал в «Алтайской правде». Он такой интересный человек. Он меня увлек. 3 раза пытался пробежать марафон. 4-го раза только пробежал марафон сибирский. Потом 3 раза московский. А что касается молодого поколения, у них перед стартом только положительные эмоции. Почему ты сегодня решил участвовать в забеге? Потому что я легкий атлет. Собираюсь выиграть. Твой секрет успеха? Просто бежать, наверное. Просто бежать, не останавливаясь, да? Да. Почему ты сегодня находишься здесь? Потому что я хочу здесь пробежать, дать память нашим предкам, те, кто побеждали в Великой Отечественной войне. Почему именно ты должен сегодня победить? Ну, я хочу победить, потому что я с ганьбы хочу доказать, то, что лучше всех. Ганьба вперед, да? Да. У ганьбы не писаны правила. По словам организаторов, каждый год число участников только растет. Отметим, что после этого забега состоялся легкоатлетический пробег за нашу победу в рамках Всероссийского дня бега «Динамо бежит». Так же, как и в победном забеге, в нем мог принять участие любой желающий. Дистанция 10 километров. Самые быстрые получали денежные призы. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. А в Изумрудном парке прошел стилизованный бал победы. Это танцевальный вечер с элементами исторической реконструкции празднования первой годовщины победы в 1946 году. Участники специального проекта несколько месяцев разбирались в особенностях эпохи 30-х и 40-х годов и разучивали популярные танцы тех лет – вальс, фокстрот, кадриль и польку, чтобы погрузить в послевоенную атмосферу гостей бала. Последние могли подключиться к танцам. Главное условие – иметь наряд в стилистике тех лет. Также для гостей были организованы тематические площадки. К примеру, выставка казачьего оружия, полевая кухня, мастер-классы по созданию брошей из георгиевских лент и виньеток из триколора. И в завершении выпуска еще одна приятная новость. В День Победы в Барнауле заработали 3 фонтана. Всего в течение мая в городе должны подключить 15 водных устройств. А сегодня запустили глобус, расположенный на пересечении Красноармейского и Молодежной. Фонтан у торгового центра «Россия» и у нулевого километра. Горожанам это явно понравилось. Многие у фонтанов прогуливались, на их фоне фотографировались. Добавим, совсем скоро Барнаул прирастет еще одним фонтаном. Пешеходный, при этом игровой объект появится в парке «Изумрудный» между прудом и газонной поляной. Это будет оригинальное архитектурное сооружение, по которому можно будет ходить. И на этом у меня все. Поздравляю всех с Днем Великой Победы и желаю мирного неба над головой. Напоминаю также, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. До встречи.